Всем привет, с вами Матвей Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Стала добавлять видео в плейлист на ютубе «Нескучная зима». Мои развлечения с растишками зимой. И вот одно из развлечений, я уже делала как-то такое. Я посеяла 12 ноября 2021 года. Сегодня у нас 15 ноября 2021 года. То есть 3 дня назад я посеяла помидор. Просто одну семечку взяла. И вот она взошла. Для чего так рано и что это такое у меня будет? Сейчас многие, да, удивляются, что у нас в пакетиках с семенами есть 5 семечек, 3 семечка. Не знаю, скоро будут одно семечко, наверное, продавать рублей за 100. И что делать вот бедному садоводу, небогатому? Пенсионеру, да? Вы купили какой-то гибрид очень дорогой. Можно посеять его вот так рано. Ну, то есть очень рано. Естественно, с подсветкой. И далее посынковать его. И вот в такой, ну, всю зиму можно таким способом вырастить примерно ящик рассады с одной семечки помидорной. Ну, что я и хочу провести, чтобы мне не было скучно этой зимой. Провести вот такой эксперимент еще раз. Сорт не важно. Сорт, гибрид, что хотите. Все, всем пока.